Зай, что теперь делать? Лазарев проиграл на Евровидении. Что делать? Что делать? Жизнь закончилась. Да ничего не делать, давай поспим. Давай еще поспим, похер. Кис, дай жопку. Не здесь ведь. Дай жопку. Нет. Дай жопку. Да дай жопку, ну что ты? Да что ты за... Дай жопку. Не всегда дают жопку. Андрей! Да? Как дела у самого лучшего ведущего на свете? Хорошо, прекрасно. А ты откуда знаешь? Кис, я нечаянно ее фотку лайкнул. О, боже мой. Да я не спецом. Я ленту листал и лайкнул ее фотку. Открой! Отче наш, еже еси на небеси. Да воцарится имя твое. Да пребудет воля твоя. Твою мать! Это куда? Сейчас я мусор выкину и приду. Это что за пиджак? Как тебе? Нормас. Нормас не то слово, охеритель. Ты где его взял? Да отстань ты, подкис. Я, короче, представитель авиакомпании позвал, он здесь сегодня снит. Здравствуйте. Вы, к сожалению, не сможете полететь на нашу авиакомпанию, потому что у вас срабатывает металлодетектор. Какой неожиданный ты. Кис, не спорь с представителем авиакомпании. Ты остаешься в Екатеринбурге, а я полетел. Давай, пока. Пока. Давай, счастливо. Если у вашей девушки брекеты, Кис, покажи брекеты, и она не может жевать мясо, разжуйте его ей. Понятно? Я в каске. Киса, куда я убрал трубу, по которой это, как ули соседи текут? В шкафу посмотри. А, точно, вот она. Все на месте. Кто я потерял? Где этот ход? Тут ход. Все, тут ход. Тут ход. Где его тут ход? Мужик, это зеркало. Это зеркало. Да? Зеркало. Выкрути голову. Привет, привет моему другу Пете, который вроде бы вышел, а вроде и не вышел, понять не могу, из КПЗ. Он был задержан был с героином, я не знаю, вы выпустили его, нет. Но он сильный человек. Спасибо, Петь, спасибо. Я себя пример беру хороший. И еще... Человека с героином посадили, ты с него пример хороший берешь. У меня сломалась плита и микроволновка. Я уже 4 часа не ел. 4 часа. Как тебе шаурма? Вкусно. Ты мой каннибальчик. Кто? Кушай, кушай.